Добрый день, опять встретились, я очень рада этому. Вы наверняка посмотрели вторую серию нашего шоу Inside Out. Не то что наверняка, вы сделали его еще более масштабным. Потому что мы собрали более чем 750 перепостов, 1100 комментариев и более 15 тысяч просмотров, друзья. Спасибо вам за вашу активность, за ваши лайки. Теперь знают больше людей о том, какая компания Oriflame, как компания Oriflame заботится об окружающей среде, как в Украине перерабатывается мусор и как нам всем с вами важно вместе заботиться о нашей стране и о окружающей среде. И спасибо вам за вашу активность. А сейчас, наверное, вам не терпится посмотреть уже третью серию нашего шоу Inside Out. So let's go! О, Кать, привет! Хорошо, что ты уже пришла. И вот, круто, что мы здесь, потому что сейчас у нас в стране локдаун, поэтому мы в гости никуда не пойдем, потому что мы социально ответственная компания и очень четко соблюдаем все меры предосторожности, весь закон по полностью. Поэтому сегодня очень хорошая возможность показать тебе Oriflame изнутри. Так что пошли! Вот мы сегодня в сервисном центре, в самом сердце Киева, на Золотых Воротах, сервисный центр компании Oriflame. И здесь непривычно пусто, и ты знаешь почему. Но тем не менее, сегодня я постараюсь все показать изнутри, рассказать про все процессы. И самое главное, мы сегодня проговорим про мифы и постараемся всех их развеять. Так что пойдемте со мной. Здесь, в сервисном центре и в целом компании представительства Oriflame Украина работает более чем 100 человек, из них порядка 60 сотрудников работают здесь, именно в этом сервисном центре. И знаете, почему я так горжусь этой компанией? Потому что средний стаж сотрудников – это 11 лет. И это то, что, чем гордится каждый сотрудник компании Oriflame. Здание, в котором мы с вами находимся, тут 4 этажа. Нулевой этаж – это наш склад, и также там фитнес-зал, где сотрудники занимаются спортом фактически каждый день. А здесь вы видите такое открытое пространство. Хочу сказать, что все наши заказы, они собираются онлайн. Неважно, где ты находишься, с любого места. Но наши бренд-партнеры очень любят приходить в эту красоту, потому что здесь есть специально оборудованное место для них, где можно собирать заказы. Кроме этого, здесь есть лаунж, где можно проводить интересные встречи, поговорить о будущих планах, отметить все ключевые достижения, которые есть у партнеров. На этом же этаже происходит выдача заказов, то есть они могут в системе выбрать сервисы, центр, из сервисного центра любой человек может забрать заказ. Тут очень интересная комната, друзья. Здесь проходят наши мастер-классы. Вы знаете, что у нас профессиональный уход за лицом. Все наши мастер-классы проходятся здесь. И здесь просто все выходят отсюда красотками. Здесь это наша стена гордости. Я хочу показать, что это наши лидеры, топ-15 Oriflame Украина. Люди, которые создали всю эту империю и весь этот многомиллионный оборот, который есть в этой стране. И то, что немаловажно, они сделали вокруг себя, вырастили многих лидеров и людей сделали счастливыми. Также у нас есть зона, где у нас есть такая тест-зона, где у нас лежит декоративная косметика. И здесь происходят все тесты, люди могут все попробовать на себе. И также отсюда тоже выходят такими красотками. Поэтому, если говорить, вот это первый этаж, внизу я уже говорила, что есть склад и наш фитнес-зал. А второй этаж – это open space, где работают сотрудники, и наша каждодневная работа происходит именно там. А на третьем этаже – это наш колл-центр, который отвечает оперативно на все звонки, на все вопросы. И также комнаты для встреч. Это те комнаты, где принимаются самые важные решения для роста и развития нашего бизнеса. Здесь меня встречают невероятно крутые люди. Они с разных сфер, у них разный опыт. И они вот этот свой опыт все применили в компании, многому научились, многому других учат. И это моя команда, которым я очень сильно горжусь. Я от них многому учусь. И то, что я сегодня комфортно себя чувствую в Oriflame Украина, это заслуга этих людей. Сегодня их нет, поэтому я могу много про них говорить, и они обязательно это видео услышат.
Вот такую сумочку сразу себе куплю. А я туфли от Louis Vuitton. И полечу в Париж. А я на острова. И полетим мы бизнес-классом. Слушай, а ты уверена, что если мы пойдем в Ariplay, то это все у нас будет? Моя подруга говорила, что у них там безграничные возможности. Главное стремление и желание. И все будет. Ну ладно, посмотрим. Привет! Сейчас, подожди. Ничего себе! Ты что, замуж вышла? Нет, я просто уже год работаю в Ariplay. Как? Я пробовала, у меня вообще не пошло. Я позвонила пару подругам, написала в интернете. Они все отказались, я подумала, ну все, это не мое. Ну, слушай, я вначале вообще отказов 15 получила, но это меня не остановило. Уже очень сильно хотелось ту сумочку, помнишь? Кстати, прямо сейчас лечу за ней в Милан. Вау, ты 12-й айфон купила? Нет, не купила, выиграла. Где? Все там же, в Ariplay. Я так хочу. Так ты тоже можешь его выиграть. У нас как раз сейчас проходит акция на розыгрыш 12-х айфонов. У нас осталось 3 недели и 15 айфонов. И один из них может быть твоим. Правда? А что нужно делать? Нужно всего лишь в компанию привести как можно больше людей, и все. Слушай, прости, но нам надо будет перенести встречу, потому что мне пора начинать действовать. Ну, Катя, давай, ты, пожалуйста, присаживайся, здесь у нас комната встречи, я тебе сейчас быстренько все расскажу. Вот этот цикл, который громадный, я тебе его расскажу в одной минуте, так, чтобы все было понятно. Смотри, я сейчас покажу путь к разработке, к финальному потребителю, либо бренд-партнеру в Украине. А вот это R&D, это институт, где разрабатывается в Швеции наш продукт. Ну, это в районе 1500 разных наименований продукта. Дальше, как только наши ученые разработали, кстати, Ariflame это та компания, у которой есть собственный институт кожи. Если ты погуглишь, много компаний, которые занимаются уходом за кожей, редко увидишь компанию, у которого собственный институт, при том, где в Швеции, а Швеция это высочайший стандарт качества. Дальше, как только наши ученые этот разработали, то идет уже производство. Производство в 6 странах. Это Польша, Китай, Россия, Индия и Швеция. После того, как прошел цикл производства, то продукт отправляется в более чем 60 стран по всему миру. Конечно, один из них, этих стран, это наша Украина. В Украине продукт мы завозим только с европейских стран. И опять-таки хочу повторить, Кать, что это высочайшее качество. Как только продукт отправился, он попадает в первую очередь на наш склад. Ну, склад – это отдельная история, это такие масштабы. Когда я приехала туда первый раз, это был восторг. И я просто не могла сдержаться, видеть все эти масштабы, что там происходит. Это наш склад. Наш склад, который находится недалеко от Киева, где остальная часть наших сотрудников работает. Как только мы получили на складе, то здесь забираются все наши заказы на нашем сайте, потому что все 100% заказы это только в электронном виде собираются. И дальше продукт идет в все 24 региона. После того, как он пошел по регионам, то он приходит в каждый город, либо в каждый населенный пункт. И это происходит в среднем от 48 до 72 часов. В среднем по всей стране наш потребитель может получить продукт. И что мы в итоге получаем? Мы в итоге получаем нашего очень счастливого потребителя, либо бренд-партнера, который получил высококачественную продукцию очень быстро. И вот весь цикл, как оно начинается и как оно происходит в нашей стране. Интересно? Если тебе тоже интересно, ставь лайки, ставь перепосты, потому что я думаю, что про нас и про эти масштабы должны в этой стране знать все. Особенно в период карантина, где можно остаться дома, зарабатывать, либо использовать шведское качество. И быть здоровым. Смотри, вот это тот одно из конференц-рум наших встреч, комнаты встречи, где очень важные решения принимаются. И я сейчас хочу тебе поговорить про каталог. Вот это у нас 6-й каталог. Давай, садись со мной. Смотри, когда я смотрю на каталог, это прям мое детство. Знаешь почему? Я помню первый раз мою маму, как она взяла в каталог руки и начала вот так тереть, и потом его нюхать. И когда я спустя уже там какое-то время взяла каталог в руки, прям
Это воспоминание детства, знаешь, такая ностальгия, такое приятное воспоминание. И, кстати, люди, с которыми я встречаюсь, они говорят, что да, на онлайн-технологии так развиты, там мы все заказываем онлайн, и у вас то есть сайт и прочее. Но мы так скучаем по вот этому моменту, когда, знаешь, вот берешь каталог в руки и начинаешь это... У тебя тоже было так, да? Вот, так что это прям детство и ностальгия. И знаешь, я потом, когда уже пришла в Орифлейм, я заинтересовалась, а как это происходит вообще, у кого эта идея пришла в голову, либо как они это технологично реализуют сейчас, и поняла. А ты знаешь, как оно наносится и почему вот этот запах появляется, да? Я сейчас тебе расскажу. Давай мы сейчас с тобой что-то выберем. Так. Кстати, раньше мне говорили, у нас было всего 2 или 3 страницы, где вот была такая возможность, а теперь целых 29. Эта технология, оказывается, началась 20 лет тому назад. Для чего? Для того, чтобы у потребителя была возможность потестировать, там, понюхать, что они покупают. И если раньше это было только на парфюм, сейчас на боди-лосьоны, за уход за телом, также за детскую серию. Да. Так что вот у наших потребителей есть такая возможность. И знаешь, технология какая? Оказывается, вот это наносится, берется масло, капсула масла, и она наносится вместе с лаком. И оказывается, когда ты подносишь ручку и трешь, оно нагревается, и за счет этого лопается эта капсула, которая дает возможность, чтобы ты чувствовал этот запах. И прям своего мужа вспомнила. Это его любимый аромат, который я ему выбрала. Пахнет бесподобно. Давай, ты тоже попробуй. Вот. Круто, да? И вот, ну, как это круто, когда есть возможность до выбора вот это прочувствовать. И несмотря на это, да, сегодня мы понимаем, что технологии сильно, онлайн-технологии у нас сильно развиваются. И помимо того, что у тебя вот эта фишка, да, она на самом деле есть, что у тебя живой каталог в руках, и ты можешь это потестировать. Кроме этого, если хочешь, чтобы твой каталог у тебя в телефоне за секунду появился, то я сейчас тебе еще одну фишку расскажу. Смотри, здесь есть QR-код вот такой. Ты просто включаешь камеру, берешь, наносишь на QR-код. Вот оно высвечивается тебе. Сразу ссылка, которая тебя переводит на страницу Орифлейм. Это приложение Орифлейм. И здесь пошагово описано, как ты можешь делать свой первый заказ, либо повторный заказ, как ты можешь стать бренд-партнером. Тут такой, знаешь, очень подробный гайд, как ты можешь к нам легко и просто присоединиться. Поэтому, ну, в принципе, интересно, да? Мне прям вот эта ностальгия детства. И кроме этого, это новейшие технологии. И вот этот синтез, он прям уникальный. Скажи. Как непривычно в таком большом офисе быть одним, но что делать, закон есть закон. Поэтому здоровье наших сотрудников и окружающих людей – это для нас очень важное. Что про каталоги хотела тебе еще сказать, что ты знала, что в Украине печатается весь тираж для 11 стран на 11 языках и где-то более миллиона тираж каждый каталог. И самое важное, помнишь предыдущую нашу серию, что все наши каталоги, они печатаются только из возобновляемого леса. Так что мы не вредим окружающей среде. Давай сейчас, как и обещали, мы с тобой постараемся мифы развеять. А где можно это найти? Ну давай я сейчас погуглю и посмотрю комментарии наших хейтеров. Буквально секунду. Да, вот, Орифлейм – это секта. Ну, даже не знаю, как на это ответить. Друзья, то, что не вы, а ты сейчас видел. Ну разве это на это похоже? Ну разве можно сказать про шведскую компанию, про такие высочайшие стандарты, про модель бизнеса, которая называется прямые продажи? Ну разве это можно назвать сектой? Ну прям смешно. Я даже не знаю, как на это комментировать, но скажу, наверное, не эмоциями, а конкретно фактами, что сейчас мировой тренд, самый большой мировой тренд, это люди, чего хотят, это делала Оксфорд, такое исследование. Они спрашивали у людей, опросили, там, не знаю, десятки, сотни человек, а что вас мотивирует? Вот что драйвит вами сегодня? И знаешь, какой ответ? Ответ в том, что люди хотят быть в сообществе. В сообществе единомышленников. Это может быть спорт, это может быть, там, не знаю, музыка, это может быть любая сфера. И это самая большая сфера, это сфера единомышленников в сфере здоровья и красоты. А Орифлейм, друзья, это как раз эта и компания, которая собирает единомышленников. Людей, которые хотят заботиться о здоровье, о красоте и о окружающей среде. Я думаю, я на твой вопрос ответила. Так что, ну, если кто-то вокруг тебя еще раз такое спросит, поделись просто этим видео, и все станет ясно. Да, Кать, давай продолжим с мифами. Сейчас еще посмотрим, поищем.
Да, вот Oriflame, это же компания только для женщин. Вот еще один миф, мы сейчас с тобой его развеем. Я могу тебе привести много примеров в Украине, и не только в Украине, во всем мире, наших успешных лидеров. Вот, например, даже в Украине ты можешь посмотреть Алексей Севрук, Александр Кодоров, Вадим Дороган, Сергей Украинец, Ярослав Тукала. И не хочу никого пропустить, но это не только бизнес либо компания для женщин, а это для любого человека, который хочет поменять свою жизнь, который хочет пользоваться высококачественным продуктом. Поверь, что не только женщины хотят высококачественный продукт. И еще самое главное, что Oriflame основали два братья Афёбники более чем 50 лет тому назад. И это тоже доказательство о том, что Oriflame – это компания не только для женщин, а для любого человека. И при том, с 14 лет человек может иметь свой регистрационный номер в компании и дальше развивать свой бизнес. Поэтому этот миф, думаю, что мы с тобой, Кать, тоже развеяли. Согласна? Принес? Принес. Где деньги? Сначала покажи товар. Поры? Очищают. Морщины? Становятся менее заметны. Пигментные пятна? Убирают их видимость. Хорошо. А какая технология применена? Skin Tone Regulator, которая подавляет чрезмерную выработку меланина, убирает гиперпигментацию и другие неровности тона, покраснение, пожелтение и тусклость кожи лица. Хорошо, я проверю. Конечно, пожалуйста. Так, сначала очищающий тоник, крем вокруг глаз. Да. Вообще супер. Теперь сыворотка для лица. Ой, замечательно. И теперь крем против пигментации. Вообще-то сейчас утро. А это ночной? Да. А, тогда дневной с SPF 30. Все верно. Шикарный товар. Буду брать. Сейчас отправлю деньги. Оф, пришли, теперь можете забирать. Спасибо, спасибо. Только можно один вопрос? А к чему такая конспирация? Жене подарок хочу сделать, не хочу, чтобы догадалась. Понятно. О, Oriflame, это что, дешевая косметика с Китая? Прям хочется ответить на этот вопрос. Я сегодня про это говорила, что мы родом из Швеции, и само слово Швеция говорит о высочайших стандартах европейских. И также я говорила о том сегодня, что продукция в Украине импортируется с европейских заводов. И у нас производство в 5 странах мира, с Европы, то продукция только с Европы заезжает к нам в Украину. А также, если говорить о цене качества, иногда мне говорят, что ну, если она такая качественная, то почему она так дешево стоит? На это очень простое объяснение, потому что наш продукт не продается в торговых точках. Это нашему бизнес-моделю дает возможность содержать такие, знаете, очень сильно конкурентоспособные цены. И мы даем возможность каждой женщине пользоваться высоким качеством с доступными ценами. И это то, что делает нас уникальным. Поэтому и также, знаешь, когда меня спрашивают, дорого или нет, смотря с чем сравнивать, либо смотря какой результат от этого получаешь. И если ты говоришь о европейском качестве, то когда моя мама пьет wellness и чувствует себя хорошо, это, наверное, самый большой подарок. Я даже это не могу оценить деньгами. А те деньги, которые я плачу за wellness, это прям на самом деле смешно. С теми эмоциями, с тем результатом, который я от этого получаю. Поэтому я думаю, что Oriflame – это очень правильное соотношение цена-качество. Пользуйся. Thank you.
Ну вот, Катя, уже практически ничего не могу найти. Слушай, а давай сейчас мы с тобой пойдем на улицу и просто у людей спросим, что они знают про нас, либо что они думают про нас. Я думаю, что так будет интереснее. Пошли. Добрый день. Добрый. Мы можем вам несколько вопросов задать? Нет? Можно вам несколько вопросов задать? Нет? 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 Спасибо. О, спасибо. Хорошо, а что вы знаете про Oriflame? Знаешь, что у меня бабушка одни когда-то занималась? Косметику продает. О, круто. А что еще слышали? Ну, знаю, что сумочки есть для пляжа разные, аксессуары. Oriflame? Да. Не слышали, да. Как давно? Ну, очень давно, я не знаю, лет 15, наверное. Да вы что? Насколько я знаю, по-моему, сетевой там бизнес, что ли, такое. Да. Вот. Бизнес прямых продаж. Женщины занимаются. Женщины? Да, да. А я вам сейчас этот миф развею, что у нас самые успешные лидеры – это мужчины. Я понял. А, да, так что… Ну, мужчины же делают подарки женщинам, соответственно, Oriflame – это точно. Нормально. А как вы знаете, откуда мы родом? Откуда? Не могу сказать, не знаю. Германия. Германия? From Ukraine, no. Да, Штаты, наверное. Нет. Сейчас Грузия. Нет, это европейская компания. Из Швеции. Yeah. Швеция! О, спасибо, круто, молодец. Это компания из Швеции. We are from Sweden. Okay. And that's high standards and high ecology, and the Sweden itself demonstrates really high standards of working in the world. А вы знаете, где офис находится? Молодцы, супер! Не знаю. Показать? На карте. Вот, посмотри. Do you want me to show it? Show it? Yeah. Is it just here somewhere? Look at that building. Oh, with pink? Yeah. Может, я вам покажу его? Да. Посмотрите, вот это здание. Ага, все, вот это вот с розовыми ленточками. Это все, весь наш офис. Слышали вы о том, что в Oriflame можно стать долларовым миллионером? Ну, наверное, можно, но... Думаю, да. Я думаю, если очень хорошо стараться, круто продавать и просто кайфовать от этого процесса, я думаю, достаточно много, чтобы купить себе квартиру и машину в Киеве. That's good. Yeah, that's definitely good. Ну, Катя, давай мы сегодня тоже не будем нарушать наши традиции. Как же мы оставим тебя без подарка? Поэтому сейчас я придумала для тебя следующую игру. Я сейчас скажу 5 фактов про себя, из которых 4 правдивых и только один миф. Первые 3, которые в комментариях напишите, какой из них миф, лично эти 3 человека получите от меня подарок. Ну все, поехали, готовы, приготовьте ручки. И теперь 5 фактов. Первое. Я прыгала с парашюта. Второе. У меня жутко кучерявые волосы. Третье. Я профессиональный танцор. Четвертое. Я водила машину Формулу-1. И пятое. Меня арестовывали. Погнали! So, спасибо вам большое. Выбирайте спасибо. Ваш подарок. Я вам сейчас скажу. Это body oil. Ага. It can be body butter. Выбирайте. Это так повезло. Да. Спасибо. Круто, спасибо. Спасибо большое. Мы попробуем. Спасибо большое. Ну уже дякую. Thank you. Я думал, что ленточки это когда на деревьях завязывают, чтобы там встретиться еще раз мужчина и женщина. А здесь у вас, наверное, чтобы встретиться с Oriflame. Конечно, так что приходите, когда все. Будет возможность. Хорошо, спасибо, дня. Удачи. Ну все получилось. Да, все получилось. We did it. Я получила массу впечатления, как круто просто выходить и общаться с людьми. И самую правду истину, самые крутые эмоции ты только получаешь в этой общении. На этом все. Я очень всегда рада, когда встречаюсь с тобой. Думаю, что у тебя все те же самые чувства. А мы с тобой встретимся уже 9 мая. Пока-пока!